Всем добрый день. Проснулась, привела себе немного порядок. Решила это. Чем сделала? Хочу запустить стирку. Здравствуйте. Здравствуйте. Уборщица наша. Филиппина Петровна. Да. Не, мы как некоторые каналы, конечно, не даем название своим стиральным машинкам и другим вещам. Это глупость. Так сказалось там. Ему, наверное, макароны похожи. Кстати, у меня еще окрошка есть, знаете? Значит, у меня еще окрошка. Я это убирала, он уже убирался у меня. Я еще мультиваркой хочу эти сделать ленивые голубцы, поэтому не убирала. Крышка лежит. Вот. О чем хочу поговорить? Пыталась вчера зайти на стрим. Короче говоря, только сейчас настроила я и звук, и видимость. Так что приходите сегодня вечером, может, будет стрим. Кофе такое, Нескафе делаю. Нескафе. Почему у меня машинка не работает? Не хватало еще. О, аллилуйя. С таким положением, как везде, еще не хватало мне, чтобы у меня машинка перестала работать. Такой у нас аппарат. Для кого-то это не новость. Здесь сразу есть блокировка для детей, чтобы дети, не дай бог, не нажали. Поэтому на горячую воду есть блокировка. На холодную нет. А на горячую есть блокировка. Кипяток, он идет 80%. Не хватает. Можно подогреть его до 100. Нажимаешь. Вот это вот горячая с блокировкой идет. Комнатная температура. Не могу снуть. Комнатная и холодная вода. Молочко. А молока у нас совсем немного, да? В холодильнике, я знаю, есть что пожрать. Мне еще лазанья есть, макароны по-флотски. Вчера капусту рагу делала, рыба жареная, так что есть что. Селедка он стоит. Есть что покушать. Фруктов у меня, правда, нет. Сегодня поедем, возьмем фрукты. Вот, поснимаю немного. Вчера это кинулось, слушайте, у меня нет молока. Я без кофе, это плохо. Сейчас, наверное, это... Здесь у меня есть сгущенное. О, есть. О. Вот такое сгущенное молоко. Грагачев. Ну, это привезенное, конечно, потому что я вижу, наклеено здесь экспорт. Как мне открыть? Сил в руках у меня вообще нету. От слова совсем. На улице жарень. Уже надоело это жарень, честно говоря. Ребята, я вот так чуть-чуть поставлю. Вот так. Вернула я вас. У меня функция в телефоне нету, чтобы я могла автоматически переворачивать. Сюдын-тудын. Тудын-сюдын-тудын-сюдын. Нету такой... Да что такое? Нет такой функции. Я хочу кофе. Я не могу открыть сгущенку. Поэтому мне приходится включать, переключать. Открыла молоко сгущенное вот такое. Добавлю. Сладкое, конечно, мне. Сладкое-то нельзя. Мы никому не скажем. Кроме моему сахарному диабету.
Раньше, помню, в Союзе, я уехала, еще Союз был, был 94-й год. Как раз вот перед самым-самым развалом я уехала. Вот. И, помню, сгущенку родители открывали. И я все это, хочу мусорку поднять. Сгущенку родители открывали, я все тягала ее. Не ругались, что я ее тягала. А что делать? Что делать? Ничего не сделаешь. О, мой дружок приехал, сейчас покажу вам его. Здравствуйте. Здравствуйте. Уборщица наша. Филиппина Петровна. Да. Не, мы как некоторые каналы, конечно, не даем название своим стиральным машинкам и другим вещам. Это глупость. Так сказала сам. Ему, наверное, макароны похожи. Кстати, у меня еще окрошка есть, знаете? Значит, у меня еще окрошка. Я это убирала, он уже убирался у меня. Он у меня уже убирался. Мне идиотская манера, все, что я не беру, я должна все по это самое понюхать. У меня такая маленькая кухня, что даже некуда вас поставить, чтобы я вот это вот не устраивала карусель с вами. А так у меня получается карусель. Одной рукой, конечно, кто-то привык уже за столько лет. Смотрю один канал. Не буду говорить, какой, я постоянно говорю, не буду говорить, какой. Так там дама умудряется одной рукой убирать, одной салфеткой, правда, и все-все делать одной рукой. Я не привыкла к этому. Но так как я сижу дома сама, жила, хватит жрать, хватит. Так сижу дома сама, мне хочется с кем-то поговорить. Спросите, почему сама? Женя, муж мой, на работе. Дочь. У нее сейчас должен быть аттестат. Так. Должен быть аттестат, этот год у них. Поэтому она учится. Уходит всем, приходит всем. Не каждый день, конечно, но... Филиппина Петровна, подождите. Не каждый день, конечно, но тем не менее. Ну, я колбаску возьму, кусочку. И соленый огурчик. Вот. Поэтому ребенок бедный. Я тут купила вот такой салат. Вот такой. Это салат. Корейский какой-то. Ну, так, на один раз. На один раз. И огурцы у меня есть, огурчик возьму. Чтобы побыть побольше отекшей, чтобы вы потом говорили, а что у нее глаз не видно? Все у меня видно. Глаза у меня видно, все у меня видно. Бекон. Не хочу бекон. Не хочу бекон. Колбасы. Мы в Израиле колбасу вот такими кусками едим. Вот такими. Грызем их. Грызем. Хочу. Слушайте, вчера это катастрофа у меня была. Планин. Посмотрела на потолок вот сюда, да? А у меня целый рой моли. Я видела парочку там пролетала. Думаю, странно. А оказывается, у меня лежали орехи, арахис. Да, Филиппина Петровна, да шо ж вы, господи, не дай, да, посмотрите, что преследуешь меня. А, вот, и лежали орехи, они лежали в такой, знаете, как сеточка. И я начала бегом же кинулась все перебирать, потому что на меня ноги отдавить. Что ж такая наглая-то?
Ну кошмар какой. Ну это она чувствует, что ли, меня? Алло, я помылась, я чистая. И они аж прогрызли у меня это, прогрызли у меня этот, эту сетку моль. И нагрела. Короче говоря, я давай все перемывать, все перебирать, все перетрушивать. Забросила все в посудомойку. В общем, целая катастрофа. И все равно я смотрю, все специи перебрала. И все равно смотрю, что у меня одна-две попадается. Я им аплодисменты устраиваю. А где моя колбаса? А кто сел? А, вот моя колбаса. Вот. Одна-две попадается у меня. И на потолке вроде бы нет. Не, хотя он сидит. Летает. Я не знаю, слушайте, что мне теперь с ними делать. Вот такие дела. Ладно, пойду поем. Нагрела себе. Кусок колбасы, огурец и макароны по-флотски. Заходите на наш стрим, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.